А не холодно? Корпус 2. Да нет, без шапочки. Новочеремушинская, 59. 721 автобус. А вы хотите к парку? Ну, как раньше. Как бы, да, хорошо. Он еще не расцвел тут. Там будут какие-то танцевальные такие кружки разные. Собираем сейчас подписи, подписные листы. Ну, я подпишу, что вы надеялись. Как, а вот у нас уже был кто-то из Новочеремушинска. Для детей, потому что я в парке. И 721 автобус. Здравствуйте. У нас разные совершенно советы. Это не государство. Ну, вырос в Советском Союзе, потом войну пережить и опять поставить страну и за счет чего прошу. Спасибо, удачи вам. Спасибо вам. Спасибо. Здравствуйте. Ну что, опять кандидаты решили продолжить эту работу? Да решил продолжить. Очень правильно. Я на это сюда, знаешь, скорее, как будто я все путаю за шарапом. Я попала в мотор. Есть, конечно. Приходите, потому что структура посмотрит, невролог, и проконсультируем. Да, спасибо. Я уже сказала, вы нас устраиваете, потому что мы уже на нас независимые. Ну, я пойду к Сергею Семеновичу и буду более предметно разговаривать. Еще не все. Третий курс у нас не готовы. Проведем собрание жильцов, чтобы люди проголосовали, и отправим этот протокол в мэрию. Не дали нам место в садике, которое находится прямо вот через дом. Мне как с этой малявочкой ездить, да? 3-4 месяца. Очень тяжело. Я вам... Конечно. Облегчите нашу жизнь. Конечно. Я вам позвоню. Конечно. Да, в любое время.